Приветствую вас, дорогие друзья! Сейчас очередное видео, апрельское, что можно купить на 1000 рублей Улан-Удэ апрель. Итак, перед нами два чека. Один из сети супермаркетов Абсолют. Он на 467 рублей. И вот этот пакет. Вот так сложены покупки, сейчас мы разберем. И второй также из второй сети, конкурирующий супермаркетов, 567 рублей, сеть Титан. Так, кто выехал из Улан-Удэ надолго, эти ностальгические названия для вас. Сети эти процветают. Так, ну и так, поехали. Давайте будем разбирать. Сейчас я разверну камеру и буду вам показывать сама лично. Итак, начинаем с Титана. Булочка дорожная по 8 рублей 4 штуки. Ну, правда, до дома дошли 3 булочки. Потому что чувство голода, наше чувство голода не дало булочкам дойти до дома. Так, хлеб для бутербродов, высший сорт, 26,40. Вот так выглядит хлеб для бутербродов. Это производитель ангарский, каравай. У нас этого хлеба, хлеба этого производителя у нас много, он хорошего качества. Так, дальше. Чай Алтын в пакетиках, 25 пакетиков по 2 грамма. Вот так выглядит чай Алтын. Дальше. Сыр Костромской по 275 рублей за килограмм. Здесь 292 грамма на сумму 80-30. Вот он, кусочек сыра для утренних бутербродов. Ну, мы любим завтракать бутербродами. Так. И дальше молочная смесь Нестажен. Молочко растворимое Нестажен здесь названо. Здесь двойная пачка. Ну, для тех, кто понимает это, потому что есть еще одинарная. Мы сегодня купили и одинарную тоже. Вот. Таким вот образом. Это Титан. Так, ну, этого молочка, скажем, хватает. Ну, даже на неделю не хватает ребенку. Особенно сейчас, когда ребенку исполнился годик, он, ребенок капризничает, просит кушать. В общем, немножко приболела, она подпростыла в этот переходный сезон, и поэтому капризная. И успокаивать ее очень часто приходится. Да, теперь Абсолют. Молоко Скоморошкино 1,5%, 37,50. Цена была акциональная. Вот 1 литр молока Скоморошкино. От какого-то не нашего Кузбасс, не наш производитель. Дальше. Ежедневки Оля. Необходимо. Кашпо пластмассовая Бергузин 0,5 литров, 5 штук. Дело в том, что ребенок опрокинул горшок с цветком. Вся земля высыпалась на пол. Пришлось землю собрать с веником и совком и выбросить. А цветочек нужно пересадить срочно. Вот. Вот они, кашпо. Трусы для девочек ХБ по 39 рублей, 2 штуки. Нашей малышке не хватает.
трусиков, а тут вроде бы недорогие, хбшные, почему бы не взять, взяли. Размер 56. Дальше. Чай принцесса Нури высокогорный. Взяли байховый чай для заварки. Заварники. Ну, этот чай неплохой, но он гранулированный. Заваривается хорошо. Ну, в общем, устраивает. И цена демократичная. Цена его 93,80 за 250 граммов. Далее, ничего не забыла. Крупа манная 800 грамм, 18,32. Так, крупа манная, вот она 800 граммов. Ну, маленький ребенок, варим каши, без них никак. Крупа пшено 20 рублей. Также, по-моему, 800-граммовая расфасовка. Крупа кукурузная 25-10. Вообще, я люблю кукурузную кашу. И, ну, во всяком случае, я варю ее вкусно. Она получается вкусная. Дальше. Колбаса оригинальная вареная. 726 граммов по 110 рублей. Вытянула на сумму 79 с чем-то. Ну, почти 80. Вот так выглядит этот батон колбасы. До этого мы покупали по такой же цене колбаса бутербродная, была вкусная. Эту еще не пробовали. Ну, так, для такой цены приличная колбаса, вполне. И к чаю взяли пряник оригинальный, у нас все оригинальное. По акционной цене 24 рубля. Вот столько пряников на 24 рубля. А, 350 граммов. Ну вот, такой набор продуктов, и не только продуктов, мы набрали на 1000 рублей. Так, здесь что у нас получается? 1035 рублей. Вот, если вам было интересно, если такую информацию вы считаете полезной, не забудьте поставить лайк. Я с вами прощаюсь. Желаю вам благополучия финансового, отличного здоровья, счастья, хорошего настроения, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Ирина.